И теперь печальная новость. 22 ноября в возрасте 88 лет не стало Бориса Бородкина. На Ринмаре его знает едва ли не каждый житель. Человек-легенда, почетный гражданин города и Ненецкого округа. Он был отличником спорта и внес огромный вклад в развитие физкультуры и здорового образа жизни в регионе. Всю жизнь в движении и в центре всех спортивных событий Борис Бородкин много сил вложил в развитие массового физкультурного движения в Ненецком округе. Под его началом в Нарьян-Маре открылись детско-юношеский центр «Лидер» и спортшкола «Труд». Для нас, ребят, которые занимаются хоккеем, для большого количества молодежи, он был наставником, который показывал своим примером, как нужно относиться к жизни, к людям, к спорту и быть скромными, не притязательными, в принципе. Мы все занимались в ледовом, на катке в новом поселке. Он всегда нас принимал с открытой душой, всегда находил слова, чтобы нас мотивировать к занятиям спортом. В сложные времена 90-х годов он просто сохранил нас в хоккее, потому что обеспечивал непрерывную деятельность площадки на лесозаводе. Капитан лесозаводского буксира, заведующий клубом, учитель физкультуры, инструктор окружного спорткомитета. Общий трудовой стаж Бориса Бородкина – 60 лет. 4 года был депутатом окружного парламента, участвовал в создании проекта и возведении памятника труженикам Печорского лесозавода. Он и на пенсии оставался сторонником массового спорта и также активно занимался общественной деятельностью. Большую часть он своей жизни посвятил развитию физической культуры и спорта, продвижению интересов, чтобы люди занимались физической культурой и спортом. Поэтому сколько я этого человека знал, то есть это все вопросы, даже и мои с ним беседы всегда переходили в русло касаемо вот развития и как занимается молодежь, насколько она готова, как это у нас все развивается в округе. Поэтому с ним было всегда интересно общаться, поэтому человек очень много знал про эту отрасль. Еще повторюсь, что он являлся, так скажем, основоположником. Борис Бородкин был награжден знаком «Отличник народного просвещения Российской Федерации», медалью «Ветеран труда», знаками «Ветеран спорта РСФСР», «Отличник физической культуры и спорта», памятной медалью «Патриот России», а также званием «Почетный гражданин города Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа». Всегда мы будем вспоминать энергичным, всегда в хорошем настроении, всегда улыбчивым и человеком, который дает заряд тебе, мотивацию продолжать развиваться во всех направлениях и получать удовольствие от жизни. Прощание с Борисом Бородкиным пройдет в городском морге в четверг 26 ноября с 12 до 13 часов.